Я пришел на мастер-класс, но опоздал. Да. Не, я не слышу. Не... Артистизма больше. Можно. Да, да, по кабина, да. И так, и посередине. Там вот эта штука тоже смещается. Давай, давай, давай. А теперь съемка по блату. Не, надо было вчера под правильным ракурсом. Самого некрасивого в команде снимаете. Самого некрасивого, говорю. Вот это буханки, а? Это практически контент 18+. Соломон, над тобой чуть-чуть поиздеваюсь, хорошо? А? Поснимаю близко. Главное, не переживай, покажу очень красиво. Опять ты? Тихо, тихо, тихо. Я Батуренко снимаю. Соломон, скажи, а как ты достиг такого уровня мастерства, а? Здесь? Стабилизация. Я не знаю, я сам в шоке. Все сняла? Там Урзаевый что-то мне Оп! План да, сбивает. Раз, два, три. Вот, молодец. Опа, футболе! За два головой. Никит, извини, поставлю очень красиво. Какой красиво, что ты ставишь? Антону тоже ставь тогда. Сейчас кадр плохой был? Сейчас тренер забивает. Просто отлично. Вернуть надо. Касание. Халтурят. Не кувыркаюсь. Ага, тебе паузу дали, а до этого все залетели. Считается. Это Рома, беги! Да! Вот так вот нужно забивать, хорошо. Вот так теперь дали этот ближний. Как здесь? Антон, я за тобой постою, если что ж прикроешь. Да? Забивай! Заур Залимович, а насколько эффективны для вратарей такие упражнения, когда их ставят практически в безвыходную ситуацию? Ну, один против двоих или троих нападающих? Не, ну это все в игре встречается, конечно, это надо отрабатывать, потому что, чтобы они готовы были к таким ситуациям. Но это больше упражнений, конечно, для атакующих. Та-та-та-та! Хорош, и сейчас первый. Рома, ну давай это. Еще один крайний хочет. Михаил, встань в центре, посмотри. А, это с двух ног, да. По свистку. Ай-яй-яй, проиграл. Ну, хорош, ай, ты пока разговаривал по этому. Вот лишь 16, а здесь? Блин, 30, снимай мне попараска, сейчас учим. Брат, можно вообще крайне меня за нападающим ставить, я тебе говорю. Не, ну, конкуренты не нужны. Ну, представь, если я правый защитник, а ты правый нападающий. Ты отдыхать со мной будешь.